И следующая тема — это различные ереси, которые существовали в ранней церкви и которые связаны с пониманием личности Иисуса Христа. И вначале мы рассмотрим аполлинарианство или ересь аполлинария. И я думаю, для лучшего нашего понимания было бы неплохо нарисовать на доске одну таблицу, чтобы вы лучше представляли, в чем же заключалась суть всех этих ересей. И первое, что мы можем сказать о ересе аполлинария, это то, что аполлинарий рассматривал человеческую природу как состоящую из трех частей. Когда мы с вами вскоре начнем разбирать и изучать доктрину о человеке, то мы с вами обязательно поговорим о различных теориях относительно человеческой природы. И вот одна из таких теорий известна как трихотомическая теория. И вот аполлинарий как раз и придерживался такой теории трихотомии. И далее говорилось о том, что у Иисуса была человеческая душа, также Иисус обладал человеческим телом, но вот что касается человеческого духа, вместо человеческого духа у него был божественный дух, божественный логос. И в результате этого, конечно, мы получаем новую разновидность человека, который на треть божественен и на две трети человечен. И как вы можете прочитать в своих конспектах, Аполлинарий верил в то, что божественные атрибуты божественной природы были переданы человеческой природе, и наоборот. То есть в итоге у нас получается одна природа, перед нами некое новое творение, в котором одна составляющая божественна и две составляющие человеческие. То есть некто, кто на треть Бог и на две трети человек. Конечно, вы понимаете, что проблема с этим взглядом в том, что Иисус получается не Бог во всей полноте и не человек во всей полноте, что противоречит тому, чему учит Писание. Но вы скажете, ну, а если вы дихотомист? Что тогда? Что ж, даже в этом случае будет утверждаться, что в Иисусе Христе присутствует всего лишь одна природа, которая на треть божественна и на две трети человечна. И факт в том, что Аполлинарий воспринимал природу Христа как состоящую из трех частей. И так как он придерживался этой теории, мы должны посмотреть, куда он пришел. К чему он пришел? Вот чтобы быть последовательным с тем, о чем мы с вами говорили, когда говорили о природе Христа, то мы должны сказать о том, что у Иисуса должны присутствовать не только человеческая душа, человеческий дух и человеческое тело, человеческая природа во всей полноте, но и вдобавок божественная природа. Вторая природа — божественный логос, который неразрывно связан с человеческой природой. Поэтому понимаем, что представления Аполлинария далеки от истины. И вы понимаете, что формулировка символа веры, утвержденного на Халкидонском соборе церкви, как раз подчеркивает, что необходимо понимать Иисуса как Бога во всей полноте, так и человека во всей полноте, а не как кого-то, кто частично Бог и частично человек, или как человек, в котором присутствуют какие-то элементы божества. Что ж, Аполлинарий зашел слишком далеко, пытаясь объединить две природы Иисуса Христа вместе. С другой стороны, был человек по имени Несторий, который, наоборот, стремился подчеркнуть различие между человеческой природой Христа и его божественной природой. И его мотивация понятна, и мы с вами недавно об этом говорили. Несторий готов был согласиться с тем, что Мария была матерью человеческой природы Иисуса Христа, но он не мог пойти на то, чтобы сказать, что Мария была матерью Бога или матерью божественной природы Иисуса Христа.
Поэтому вот что он сделал. Он начал подчеркивать различия между двумя природами. Причем он дошел до того, что практически потерял единство этих двух природ. В итоге у него получилось близкое сосуществование двух природ, близкая дружба, но не единство. Вот если можно представить две природы Иисуса Христа вот таким образом, мы здесь с вами нарисуем пару линий, и чтобы по возможности упростить это как можно больше, мы представим, что вот здесь перед нами человеческая природа Иисуса Христа, а здесь перед нами Его божественная природа. Поэтому здесь мы напишем «божественный логос». Здесь мы напишем «человеческое тело», а здесь мы напишем нематериальная составляющая человека. Мы просто обобщим и напишем таким образом. И неважно, сколько нематериальных частей вы думаете есть в человеке, две или три, или даже одна нематериальная составляющая в человеке, все равно эта схема будет вас устраивать. Теперь, если вы вот таким образом представите Иисуса Христа, то тогда что здесь посередине находится? Это то, что не относится ни к божественной природе, ни к человеческой. Но нельзя сказать о том, что между природами Христа нет никакого взаимодействия, поэтому здесь мы нарисуем вот такую линию, показывающую близкую общность двух природ, взаимодействие между ними, между божественной и человеческой природами, но здесь уже не идет речь о неслитном и нераздельном единстве между божественной и человеческой природами Христа. Итак, это было несторианство. И третья ересь ранней церкви, которую мы с вами рассмотрим, это евтихианство. И Евтихий пошел в другую сторону, чем Несторий. Он подчеркивал единство личности Иисуса Христа и принес в жертву этого единства различие между двумя природами. И особенное ударение он делал на божественной природе Иисуса Христа. И он рассуждал так, что человеческая природа Иисуса Христа была безличностной. Она растворилась в божественной природе, в божественном логосе. Что ж, если вы думаете о человеческой природе Иисуса Христа только лишь как о человеческом теле, то тогда теория Евтихия становится понятна в какой-то степени. Но если Иисус Христос был наделен только лишь человеческим телом и не имел никаких других составляющих человеческой природы, то он уже не стопроцентный человек. Ведь каждый из нас — это стопроцентный человек, и у нас не только тело, у нас есть и нематериальная составляющая тоже. В нас присутствует эта составляющая. И вот когда две этих составляющих объединяются в нас, то появляется человек, человек во всей полноте. И если Иисус Христос был стопроцентным человеком, человеком во всей полноте, то необходимо сказать о том, что он обладал не только телом, но также и нематериальной составляющей человека. К тому же он обладает божественной природой во всей полноте. И вот что в итоге получилось у Евтихия. Тело Иисуса Христа не было абсолютно таким же, как и наше с вами тело. И не только в количественном смысле. Мы понимаем, о чем идет речь. В итоге Евтихий сказал о том, что у Иисуса было свое собственное тело, которое отличалось от тех тел, которыми мы с вами обладаем. И если можно сказать таким образом, провести анализ ДНК каждого из нас и провести анализ ДНК Иисуса Христа, то вы обнаружите, что набор ДНК нас с вами отличается от набора ДНК, от принципа устройства ДНК Иисуса Христа, Его физического тела. То есть Иисуса Христа уже нельзя назвать человеком во всей полноте, стопроцентным человеком. Поэтому Евтихий пришел к тому, что у Христа осталась лишь обожествленная человеческая природа.
Что ж, нам нужно рассмотреть с вами еще две ереси. И эти ереси, как мне кажется, появились уже после Халкидонского собора. Это монофизитство. Название этой ереси происходит от двух греческих слов «манас» и «псухе». Монофизиты не совсем соглашались с Евтихием в том, что человеческая природа Иисуса Христа растворилась в Его божественной природе. Но, тем не менее, они также верили в то, что у Иисуса Христа была только одна природа. Они рассуждали таким образом: если в ком-то присутствуют две природы, то речь уже должна идти о двух личностях. Но ведь очевидно, что Иисус Христос — это одна единственная личность. Поэтому они рассуждали далее: у Иисуса Христа могла быть только одна природа. Но Писание говорит нам о том, что в Иисусе Христе присутствовало две природы. В Нем была человеческая природа во всей полноте и божественная природа во всей полноте. Но они сосуществуют в Нем таким образом, что в результате у нас появляется не две разных личности, но одна, и это Бог-человек Иисус Христос. Что ж, затем мы рассмотрим с вами пятую ересь — это монофилитство. Название этой ереси также происходит от двух греческих слов. «Монос» означает «один», и «теле» — это существительное, означает «волю». Монофилиты верили в то, что у Иисуса Христа была только одна воля. И они рассуждали так: воля является проявлением деятельности личности. И если у нас две личности, то тогда и две воли. Но если у нас одна личность, то и воля должна быть только одна. Что ж, Иисус — это одна личность, поэтому и воля у Него должна быть только одна. Но ортодоксальный взгляд иной, а именно диофилитство. И согласно ортодоксальному представлению, воля является не функцией личности, не проявлением личности, а проявлением природы или тех природ, которые присутствуют в личности. А так как в Иисусе Христе присутствуют две отличные личности, то, следовательно, и воли у Него должно быть две. И если бы у Иисуса Христа была только одна воля, то возникает вопрос: а какая воля отсутствует? Божественная воля или человеческая воля? И какая бы воля ни отсутствовала, мы приходим к выводу о том, что перед нами либо не стопроцентный Бог, либо не стопроцентный человек. И для того, чтобы Иисус Христос был стопроцентным Богом и стопроцентным человеком, то у Него должно быть, если можно так выразиться, все онтологически, что принадлежит Богу, и все онтологически, что принадлежит человеку. А мы знаем, что у Бога есть воля, и у человека есть воля. Поэтому если Иисус обладал божественной природы во всей полноте и человеческой природы во всей полноте, то у Него должно быть две воли. Конечно, все это вызывает вопрос, на который мы, быть может, и не сможем ответить, потому что мы никогда не знали никого, у кого было бы две разных природы, и при этом это была бы одна личность. И также возникает другой вопрос: а как же быть с потоком сознания Иисуса Христа? Присутствовало ли в Нем два потока сознания, которые одновременно проходили через Его разум? Ведь, читая Евангелие, у нас создается совсем иное впечатление. Но а как же быть с Его волей? Могла ли иметь место борьба между Его человеческой волей и Его божественной волей? Что ж, и этого мы не видим в Писании. Да, бывают периоды, скажем, когда Иисус находился в Гефсиманском саду, и Он говорит Отцу: «Если возможно, доминует Меня чаша сия,
Но далее он добавляет, «Но не моя воля будет, но Твоя». И, конечно, воля Бога — это воля божественной природы. И мы знаем случаи, когда Иисус может обращаться с подобными просьбами, может делать определенные заявления, не потому, что он шизофреник, но он способен на это, потому что является стопроцентным человеком и обладает человеческой волей, которая может проявлять себя в подобных обстоятельствах. Но как мы вскоре увидим, когда начнем разбирать тему непогрешимости Иисуса Христа, можно говорить о том, что не существовало ни единого шанса, чтобы личность Иисуса Христа нарушила бы Божий замысел и миновала бы крест. И это не означает, что было просто все сделать. Но это означает, что, говоря о кресте, не было ни единого шанса, чтобы он, будучи личностью, проявил непослушание воле своего Отца. И опять же, это все то, что необходимо принять на основании того, что учит Писание по поводу того, что Иисус является стопроцентным Богом и стопроцентным человеком. Мы не можем это все понять, но это не означает, что мы вообще ничего не можем понять. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Да, пожалуйста. Будучи людьми, мы обладаем свободной волей, так что можем выбирать либо добро, либо зло. Обладал ли Иисус такой свободной волей? Что ж, позвольте мне лишь коротко сказать о том, что для ответа на этот вопрос надо разобраться в том, что означает свободная воля, потому что на этот счет существуют различные понимания. Я верю, что Иисус обладал свободной волей, но та свободная воля, которой Он обладал, та свобода, которая у Него была, это не та свобода, которую обычно подразумевают большинство людей. Но мы разберем этот вопрос более подробно, когда начнем изучать доктрину о спасении, и мы с вами будем говорить об избрании, и как это соотносится со свободной волей человека, если кто-либо избран. Означает ли это, что человек принимает Христа по принуждению, или он это делает по доброй воле? И затем можно задать такой же вопрос в отношении Христа, потому что он обладал божественной природой во всей полноте, и он прекрасно знает, каков замысел или какая воля Бога Отца. Вот на основании всего этого можно ли говорить о том, что человек, Иисус Христос, свободен в своем выборе? И, как я уже сказал, я верю, что Иисус был свободен. Но нам сначала необходимо дать определение, что мы имеем в виду под свободной волей, и к этому мы вернемся. Но вопрос хороший. Да, Питер. У меня вопрос по поводу несторианства. Но есть еще вопрос по тому, о чем мы говорили ранее, а именно о халкидонском символе веры. Не могли бы вы более подробно остановиться на единстве природ, и что отцы церкви имели в виду под этим? Я полагаю, что если вы имеете в виду аполлинарианство и евтихианство, когда в целом говорится о том, что да, в Христе присутствуют две природы, человеческая и божественная, но они настолько сливаются друг с другом, что уже элементы человеческой природы обожествляются, и элементы божественной природы очеловечиваются. И когда отцы церкви говорили о том, что атрибуты обоих природ присутствуют, и при этом не нарушается различие двух природ, то они имели в виду следующее. Человеческие атрибуты Христа, которые Он приобрел по Своей человеческой природе, не обожествляются. Он даже на чуть-чуть не становится суперчеловеком. И то же самое можно сказать о божественной природе Иисуса Христа. Конечно, Иисус обладал всеми божественными атрибутами. И так как божественная природа Христа объединяется с человеческой природой Христа,
это не означает, что Иисус либо лишается своих божественных атрибутов, либо каким-то образом его божественные атрибуты становятся менее божественными. Именно поэтому текст кеносис, который мы с вами разбирали, и который записан во второй главе послания к филиппийцам, настолько важен. И особенно важно дать ответ на вопрос о том, в чем же Иисус опустошил себя. Если Он не лишился своей человечности, и, конечно, Он не лишился, Он взял на Себя человеческую природу, и если Он не лишился своей божественности, то чего же Он лишился? И, как мы с вами сказали, Он не лишился своей божественной природы, но Он сознательно не прибегает к использованию своими божественными привилегиями, тем могуществом, которым Он обладал, будучи Богом. И это не означает, класс, что какие-то его божественные атрибуты стали менее божественными, что они очеловечились, и он стал меньшим Богом, если можно так сказать. Просто Иисус как бы стал сверхчеловеком или суперчеловеком. Нет. Иисус обладал всеми божественными атрибутами, которыми обладал и Отец, и Святой Дух. Причем Христос всегда ими обладал. Но для того, чтобы послужить нам, послужить нашим нуждам, Он вошел в этот мир как младенец, Он жил среди нас, как человек, и умер Он как человек. И при этом Он не отказывался и не лишался божественных атрибутов. И Его божественные атрибуты не превратились в человеческие, не стали сверхчеловеческими, скажем. Они все присутствовали, просто Иисус ими не пользовался, не пользовался всей своей силой и всем тем, чем Он обладал. К примеру, мы с вами знаем, что Иисус, будучи Богом, должен быть вездесущим, так? Но 33,5 года, во всяком случае, основываясь на том, что записано в Евангелиях, представляется, что в большинстве, если не во всех случаях, Иисус находился в одном конкретном месте в определенный момент времени. Он не находился везде одновременно. Но это не означает, что Он не обладал атрибутом вездесущности. Просто Он не пользовался этим атрибутом. Питер, ответил ли я на ваш вопрос? Вот именно эти ереси, евтихианство и аполлинерианство, вот именно против этих ересей был нацелен халкидонский символ веры. И поняв то, что они имели в виду, и осознав, что да, если Иисус действительно человек во всей полноте, и у Него были все ограничения человека, и если Он действительно божественен, то Он должен обладать всеми божественными атрибутами. Мы подходим к другому вопросу, как все это совместить в одной личности? Потому что, с одной стороны, у нас есть что-то, что бесконечно, а с другой — что-то, что конечно. Но мы знаем, что как-то это объединяется, если Иисус на 100% Бог и на 100% человек. Как все это совмещалось в Иисусе Христе, объяснить до конца мы это не сможем. Что ж, хорошо. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.